Друзья, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать Слобожанское село. Раскрою маленький секрет. Я приехала в гости к подруге, потом буду просто идти и показывать вам дорогу, как живут люди на Слобожанщине. Ну вот сразу видите, такая ива красивая, лужа, машины, обычный хаторг, магазинчик такой. Вот это такое типичное Слобожанское село. Как и положено в селе, дорога есть не везде. Вернее, дорога есть, но она грунтовая. Поэтому здесь удобно идти только если сухая солнечная погода. Вот. Ну а если грязно, идет дождь или в марте, в феврале, конечно, идти будет очень и очень тяжело. Вот. Ну что еще? Показываю сразу колеса, врытые в землю. Вот так у нас делают на Слобожанщине. Так, кстати, бывает не везде. В Украине, в некоторых регионах, допустим, Западная Украина, там совсем другие села. Так, идемте вперед. Я буду идти вам немножко показывать, что здесь. Вот за сараем бывает такая куча мусора. Типичный забор шифера. Вот такой бывает. Кукурузка. Видите, кукурузка очень-очень высокая, очень большая выросла, потому что лето в этом году было дождливое. Вот поэтому вот такая кукурузка. Мы идем сейчас через огороды, по селу и в гости к моей подруге. Дорога, как видите, я уже сказала, разная здесь. Не везде асфальт. Вот. Ну, в общем-то, идти можно. У нас на Слобожанщине очень плодородные земли, поэтому на огороде всегда часто очень, скажем так, хороший урожай. Я вам покажу. Сейчас опять же кукурузка. Вот очень-очень высокая. Так, немножечко далеко не получается. Ну хорошо, идемте вперед. Иногда вокруг огорода ставят такие деревянные бревнышки, так как ограждение с проволокой. И вот таким образом ограждают огород. Тут какие-то ягоды еще растут, бузина что ли. Дальше сад начинается, это чей-то дом. А справа, видите, тоже растут фруктовые деревья. Вот тоже типичная такая ситуация на Слобожанщине. Вдоль огорода сажают фруктовые деревья. Они чьи-то, они хозяйские. Вот, смотрите, как тоже, видите, деревянная ограда. На углу растет орех. Это чей-то старый дом. Здесь также очень старый электростолб. Стоит, видите, очень высоко березка растет. Вот, что еще вам показать. Заросли. Здесь, видите, земля сухая, конечно. Хорошо идти, потому что сухо, как я сказала. Вот. Ну, дома здесь не очень богатые. Строились они давно, еще, наверное, советские годы. Куча песка, такая традиция на Слобожанщине возле двора. Иногда, ну раньше было, насыпали кучу песка. Вот чей-то дом такой, забор ободранный. Так, что еще вам показать. Березка чья-то опала. Опять же, видите, очень, ну, простые дворы здесь, очень простые дома. Вот тоже чей-то голубой забор. Похоже, тут люди не живут, потому что клеенкой окна затянуты в доме. Еще здесь есть колодец. Колодец старый. Я думаю, что он, скорее всего, уже не используется. Воды здесь нет. Вот тоже такая деревянная ограда. И дерево каштан. Так, ну что, идемте дальше. Вот такое вот Слобожанское село. Типичное село. Вот так живут люди на Слобожанщине. Все, друзья. Русская высокая. Я буду заканчивать свой маленький репортаж. Будем прощаться. Жду вас на канале Прогулки с Натальей. И я думаю, что покажу еще не одно видео о том, как живут люди у нас в слобожанских селах. Все, до скорых встреч!